люди потихоньку заселяются, обзаводятся новой бытовой техникой, холодильники, стиральные машинки, осваивают новые квартиры. День вывозит мусор. Всем привет, друзья! Вот мы находимся на строительном объекте. Вот паспорт объекта. Здесь указано заказчик. Вот такой вот строительный комплекс ООО ССК «Звезда». Судостроительный комплекс строит вот такие дома для своих рабочих. Не только для руководящего состава, но и для рядовых сотрудников. Это то есть сварщики, стропольщики, сборщики, ну и так далее. Люди получают квартиры новые. Вот такой вот район строится. Сейчас мы пойдем и посмотрим. Этот фильм не будет рассматривать качество, цены, а будем смотреть объективно, так как есть. Вот, это Дальний Восток, Приморский край, город Большой Камень. Пойдемте, ребята, посмотрим этот замечательный комплекс. Он еще не завершен, но частично люди уже заселяются. Пойдемте обойдем окрестности. Повторяю, строительство еще не закончилось. Часть домов уже заселенные. Это улица Южная. Сделали такие вот парковки. Ночью все освещается, светло, как днем. Тихий такой райончик. Рядом с этим районом центр находится, буквально в 100 метрах. Все магазины имеются, все поблизости. Двухкомнатные, однокомнатные, трехкомнатные квартиры, пятиэтажные дома. Практически заезжаешь под ключ дома. В квартирах имеются плиты,
электроплиты. Вон там дальше за забором ведется и строительство еще. Скоро тоже дома будут сдавать. Люди ждут. В своей очереди на получение квартиры. Персонал моет все здесь. Дома двухподъездные. Рядом дачный поселок, тишина. Ходят машины большие, стройка продолжается. Давайте зайдем в один из подъездов, в любой вот в этот, посмотрим. Такой подъемник для инвалидов, для больных. Все новое, пахнет стройкой. Ну, вот так вот. Пойдемте дальше. Ну вот эти дома еще не сдаты. Еще ничего не отмыто. Все в наклейках, как мы видим. Квартиры ждут своих жильцов счастливых. Давайте поднимемся повыше, посмотрим сверху. Также тут находится один трехэтажный дом, тоже двухподъездный.
Тут какая-то вывеска висит. Посторонним лицам вход запрещен и по-китайски, так как застройщик китайская компания, как я понял. Здравствуйте! Вы строитель? Здесь ребята еще строится. Все строится. Как вы видите, все. Такая вот стройка здесь. Завод. Судостроительный комплекс. О, ССК «Звезда». Строят вот такие вот дома для своих сотрудников. Для простых рабочих людей. Но лучше здесь получить квартиру, чем ютиться с семьей по комнатам непонятно где, за большие деньги снимать жилье. Люди получат и будут жить счастливо здесь. Ну вот так вот вкратце я вам показал. Дома, в которых уже живут люди, и в домах, в которых еще идет отделка. Клеят обои. Это, как я понял, однокомнатная квартира. Вот так вот выглядит в однокомнатной квартире ванная комната. Это кухня. Балкон из кухни идет. Пойдемте дальше, ребята. Это вход в подвал. Ни разу не был там. Это подвальное помещение. Вот так вот.
Да, все. Пойдемте дальше, ребята. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Спасибо вам за то, что строите. Окей. Окей. Стройка кипит. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас звать? Виктория. А вы тут живете? Да, живу. Ну и как вы сюда заселились? Как попали сюда? Мои родители работают на заводе «Звезда», и им выдал завод квартиру. У меня есть своя комната, и тут, в принципе, очень хороший район. Все новое абсолютно. От дома до центра недалеко, и школа рядом. Спасибо нашему хорошему заводу, что он делает для нас такие хорошие квартиры. Ну, понятно. В общем, вы довольны, да? Да. Ну, здорово. Ладно, не буду вам мешать отдыхать. Спасибо. Ну вот, друзья, вы вместе тут побывали, я вам хотел это показать. Такой замечательный район. Вот. Клип короткий не получился, к сожалению. Ну вот так вот, побывали в таком месте. Есть еще такие места, где заводы строят для своих сотрудников квартиры. Если где-то есть еще место в нашей стране, покажите, поделитесь. Опять же скажу, это Дальний Восток, Приморский край, город Большой Камень. Вот так вот. ООО ССК, завод «Звезда», судостроительный комплекс предоставляет такие вот услуги приезжим сотрудникам.
Всем пока, ребят. Спасибо. Ставьте лайки. Всем добра, удачи, крепкого здоровья. С вами был Роман.